В ближайшие годы Китай планирует запустить еще две лунные миссии. В 2026-м к естественному спутнику Земли отправят аппарат Чан'э-7, а еще через пару лет Чан'э-8. Все это для строительства будущей лунной базы. В ходе миссии Чан'э-7 мы будем изучать окружающую среду и ресурсы на южном полюсе Луны, а в рамках Чан'э-8 исследовать наши возможности использования сырья на месте. Это позволит заложить основу для создания лунной станции. Мы планируем построить ее примерно к 2035 году. Ученые ожидают, что смогут вести исследования Луны в радиусе 100 километров от будущей станции. А до 2050 года китайские специалисты планируют построить целую сеть станций, в том числе на экваторе и обратной стороне спутника. Но исследованиями Луны КНР не ограничивается. Так, в следующем году зонд Тяньвэнь-2 отправится к астероидам, чтобы взять пробы их пород. Примерно в 2028-м КНР запустит Тяньвэнь-3 для доставки образцов марсианского грунта. А в районе 2030-го аппарат Тяньвэнь-4 стартует в еще более дальний путь – к газовому гиганту Юпитеру.